У ефірі програма «Навіни регіону» у студії Крістіна Каранкевич. Вітаю вас у гетим випуску. Дотермінове голосування стартувало у Білорусі. Новое життю необходного объекта. У Глузку завершили ремонт центральной районной больницы. И каждый третий жихар в области уже отримал дозу иммунитета. Вакцинация супроть гриппу иде на Могилевщине. Дотерміновое голосование стартовало у Беларуси. На территории Могилевской области с ранницы 12 листопада открылись 703 выборчие участки. У списках по нашему регионе больше 805 тысяч выборщиков. 45-я школа Могилева размещается у густонаселенном микрорайоне Сподорожник. На территории школы одразу три выборчие участки. Это каля 9 тысяч выборщиков. Выборчие комиссии проверили списки до старту дотерминового голосования. С раницы короткий уводный инструктаж, опечатка урны для голосования и комиссии готовы до работы. Выказать свое волеизъявление на участках зручно навод выборщикам с проблемами со здоровьем. Для людей с ограниченными возможностями, с опорно двигательного аппарата у нас предусмотрено место для голосования, которое они могут воспользоваться. И также для людей с ограниченными возможностями по зрению могут воспользоваться шрифтом Брайля. Они вот также члены комиссии избирательной помогут, все подскажут и подадут. Основный документ для громадянина – пашпорт, але магчымы варианты. Документами, утверждающие личность, является паспорт гражданина Республики Беларусь. Это прежде всего. А кроме того, во-первых, это военный билет. Второе – это удостоверение госслужащего. Третье – это пенсионное удостоверение. Четвертое – студенческий билет. Пятое – это водительское удостоверение. И шестой документ – справка органов внутренних дел, замещающих утерянный паспорт. На финише выборчей кампании по Могилевской области на 13 депутатских мандатов претендуют 63 человеки. Проголосовать за своего кандидата у депутаты Палаты представников выборщики могут дотерминово, до 16 листопада уключно. Нагадаем, час работы комиссии с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. У основный день голосования 17 листопада участки будут працевать с 8 раницы до 8 вечера. У день выборов на Могилевщине будут працевать 739 участков, у тым ліку и у стационарных медустановах. Нина Михнова, Миколай Соболев, «Новини региона». У Глузку завершили ремонт центральной районной больницы. Цалком адремонтовали дитячие и приемные отделения, заменили в окна и двери, набыли новое обсталевание. А как сделать больничные покои больше утульными, специалисты из колледжа мастерства тут размалевывают стены. На их заявляются ведомые казачные персонажи. Штрих за штрихом на стенах нового дитячего отделения заявляются малюнки. Казачные персонажи сустракаются маль что у кожным покое. Такая прихожость справа рук соправдных мастаков с колледжу имя Лерна. Это их подарунок маленьким пациентам. Потому что в детских учреждениях обязательно должно что-то такое свежее быть, что-то веселые росписи. Во-первых, где же будут детки больные, поэтому и выздоровление будет быстрее идти, и им веселее, и мамам приятнее будет здесь находиться, да и персонал. Я думаю, что тоже понравится наша работа. Еще крыху и отчинится обновленное дитяче отделение, а разом с ими и приемное. Так поступово Глузская районная больница становится больше сучасной. Это символично, потому что текущий год – это юбилейный год для нашей больницы. В декабре ей исполняется 130 лет. Главное управление здравоохранения поддержало эту приятную идею губернатора и дала нам финансовую возможность реализовать поставленные задачи. На ремонт выдатковали свыше 700 тысяч рублей. Выполнить все работы смогли практически за месяц. Поступило и новое обсталевание. Установили новый наркозный дыхательный аппарат. На подходе аппарат ИВЛ, и в декабре к нам поступят два новых эндоскопа. А еще в больнице появилась новая машина худкой допомоги с полным комплектом медицинского обсталевания. Андрей Шуляк, Юлиана Шлыкова, Юрий Авласов. Новини региона. Выездный прием громадян, их представников и представников юридичных особ пройдет у Могилевском облвыконкоме 14 листопада. Сустречу проведет помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Могилевской области Михаил Русы. Попереднее записаться на прием можно уже зараз по телефонах у Могилеве 32 67 21 32 71 53. Нагадаем, он пройдет 14 листопада, початок у 9:00.
Снижение выдатков на сыровину, поляпшение экологичного стану и махчимости зараблять больше. У Могилеве прошел семинар, где экологи и керовники мясцовых предприемств обмерковали эффективность выкористания ресурсов. С подробязностями наши корреспонденты. 25. На Могилевщине менавіта столькі процентов твердых бытовых отходов отрымливают новое житё. И процент гэты необходимо повеличивать. И непотребное одному предприемству накировывать у вытворчасть іншага. Так, например, супрацовничают фабрика «Коммунарка» и Бобруйский гидролизный завод. Используют отходы промывной воды для промывки трубопроводов. При производстве шоколада, например, сладкие воды они используют многократно у себя, а частично продают Бобруйск на гидролизный завод для того, чтобы там тоже производить продукцию. Это не новые технологии. Все процессы довольно ведомые. Справа у іншим. Распаусюдить эту практику и научить эффективно керовать процессом. Это дозволит полепшить экологичный стан осяродя. Развитие вот той концепции, которая принята сегодня у нас в республике, это использование тех же всех видов пластмасс, пластика при создании РДФ топлива, и будет это топливо подготовлено для сжигания на тех же цементных заводах, где-то на других предприятиях промышленности, что даст нам возможность еще практически в таком же размере извлекать вот вторичное сырье, которое будет образовываться в нашей области от населения. Штогод от процесса жыццядзейнасці в области атрымоўваецца 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов. И экологи разом с навукоўцамі демонструют шляхи, как полепшить эффективность выкарыстання другасных ресурсов и совместно с керовниками предприемств реализовать экономику так званого замкненного принципу, когда непотребное одному предприемству становится сыровиной для іншага. Адукацыйные семинары по этой теме зараз и проходят у разных кутках Беларуси. Андрей Шуляк, Денис Жавіна, новини региона. На Могилевщине протягивается вакцинация населения супраць грипу. Менавіта гэты вирус застается наибольш массовым инфекционным захворыванием. Самым действенным методом оборонить себя от хворобы является профилактика. Так, у регионе прищепку от вируса зарабили амаль 350 тысяч человек. Это больше тратины населения. До супраць гриппозной кампании долучились и предприемства в области. Работники агрокомбинату «Зара» переконались у эффективности прищепки от гриппу. Николай Сирадоев кажет, теперь он спокойный за стан своего здоровья. Это прежде всего здоровье, да, чтобы не болеть. Сегодня сделал вакцину, завтра люди будут болеть, ты не будешь болеть. На предприемстве уверены, что от здоровья коллектива залежит и экономика. Всегда ведь плохо, когда кто-то заболеет, нужно искать постоянно замены. При этом идет нагрузка на коллектив, трудоспособность снижается, и нам это экономически невыгодно. Поэтому ежегодно мы проводим различную профилактическую беседу с коллективами в общем, в индивидуальном порядке. Каждому разъясняем, какая вакцина будет использоваться, в какой период самый благоприятный для вакцинации. Гэтым разом у агрокомбинате «Зара» зладили целый день здоровья. За иммунитетом приходили не только работники господарки, а так само жыхары агрогородка Рэшкі и соседних вёсак. Урачы, якія сюды завітали, пропоновали померить артериальный тиск, рабили кардиограмму, рентген грудной клетки и пэўные анализы. Непосредственно здесь, на месте, не надо сельскому жителю выезжать куда-то в город Могилев, не надо тратить время на дорогу. Можно получить консультации, оздоровиться и быть готовым к новому рабочему дню. Иммунитет формируется на полгода, тому менавіта зараз самый спрыяльный час отримать прищепку от гриппу. Пару хвилин на вакцинацию, и ты принял меры обороны от хворобы. Своим прикладом это доказывает и головный санитарный врач в области. Среди привитых заболеваемость в 6 раз ниже и до 11 раз ниже на отдельных предприятиях, чем среди непривитых. Причем экономический эффект от проведенной вакцинации очень большой. Я считаю, что на каждый вложенный в вакцинацию рубль 50 рублей полученной экономической выгоды – это уже серьезные цифры, которые говорят сами за себя. Больше за 300 тысяч человек зарабили профилактичную прищепку супраць гриппу, а это амаль каждый третий жыхар в области. Нагадаем, у планах прищепить свыше 40% населения Могилевщины. Юлиана Шлыкова, Юрий Власцов, новини региона. Амаль 20 навученцев могилевских школ стали призерами и переможцами конкурсу молодых журналистов «Золотое перо Белой Руси-2019». На паперы удельники перенесли уластное меркование по актуальных темах и поделились ими на встрече у Могилевском городском центре культуры и вольного часу.
На городский этап представили каля 140 работ. Усе яны у индивидуально авторской манеры, у жанры эссе. Пераможцу выбрали у трех основных номинациях. «Моя неповторная малая родима», «Гэта наша перамога», «Наш галоўны документ». У гэтым годзе организаторы включили еще одну номинацию «Люблю тебе, мой Могилёв». Кожны из авторов старался сделать свою работу оригинальной. Это были детские работы. Судить детей всегда невозможно, потому что они неповторимые, они непредсказуемые. И вот эта вот любовь, отраженная в работах детях, ее недооценить – это самая большая была бы наша неудача. Поэтому члены жюри спорили, члены жюри ссорились, члены жюри по несколько раз перечитывали эти работы. По несколько раз мы пересматривали фотографии, доказывали, находили где-то еще какие-то дополнительные изюминки для того, чтобы каждый ребенок был оценен по достоинству. Максим Беляев у своей работе имкнулся рассказать, чему пашпорт – головный документ у его жизни. Я считаю, что каждый из жителей Республики Беларусь должен осознавать, что раз уж он находится на территории той прекрасной страны, он должен понимать, что хоть паспорт является подтверждением того, что он в ней находится, однако паспорт также является некой ношей, которую должен каждый с гордостью нести за собой вперед. А вось Ульяну Костину захапляе природа и вясковы лад жыцця. Дзеля гэтага яна пераехала жить с городу у вёску. Я рассказывала про свою деревню, в которую переехала 2 года назад, и почему, собственно, переехала. Потому что зачастую люди переезжают с деревень в город, а у меня вышло наоборот. Амаль кожны удзельнік марыць стаць пісьменнікам або журналістам. У гэтым ім імкнецца дапамагчы конкурс «Залатое пяро Белай Русі». Сергей Пеклін, Віталь Алексеенко, Навіны рэгіёна. Профилактика пожаров под гуки оркестру. Супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях вырашили по-новому подойти до профилактики надзвычайных здарэнняў. Так, на авязковый сход у вёску Пудаўня Дрыбінскага района яны привезли целую концертную программу. За оркестром МНС выступили солисты филармонии Павел Усович и Ульяна Шелах. Так что мясцовые жыхары и корыстную информацию послухали и атрымали асалоду от музычнага мастацтва. Усё гэта, каб прыцягнуць на профілактычны вясковы сход як мага больш мясцовых жыхароў, бо тэма сустрэчы надзвычай актуальная – выкананне правілаў пажарнай бяспекі. Так, супрацоўнікі МНС расказалі пра самыя частыя памылкі пры эксплуатацыі печак, далі парады, як ліквідаваць тыя ці іншыя несправнасці. Важно, чтобы каждый житель нашей страны осознавал, что его безопасность в первую очередь зависит именно лично от него. И вот на таких мероприятиях, сельских сходах, мы стараемся показывать, к чему приводит беспечность, к чему приводит пренебрежение мерами безопасности. И очень важно, что мы показываем вот применительно к населенному пункту, к какой-то территории. У выніку мерапрыемства атрымалася не толькі карысным, але і пакінула толькі станоўчыя эмоцыі. Не кожны дзень ёсць магчымасць аркестр паслухаць. Гаварят, не повезёт, если чёрны кот дорогу перейдёт. Такія профілактычныя сходы, адзначылі ратавальнікі, заўсёды давалі станоўчыя вынікі. Тэндэнцыя да зніжэння колькасці пажараў і гібелі на іх людзей захоўваецца ўжо 20 гадоў. Цяпер супрацоўнікі МНС спадзяюцца, што дзякуючы музычнай падтрымцы, вынік ад такой профілактычнай размовы будзе яшчэ больш адчувальны. Канстантін Цітаміраў, Наталія Ілініч, Дзяніс Жавіна, Навіны рэгіёна. І пры надвор'і лістападаўскіх замаразкаў пакуль чакаць не прыходзіцца, ды ападкаў прынамсі на гэтым тыдні не абяцаецца. Уся справа ў антыцыклоне, цэнтр якога цяпер знаходзіцца над еўрапейскай тэрыторыяй Расіі. А нам, шчыра кажучы, такая восень даспадобы. Сераду Магілёўшчына сустрэне воблачным надвор'ем з туманам і даволі высокімі для лістапада тэмпературамі, нават да плюс 14 па вобласці. У Магілёве прагназуецца плюс 9, плюс 11. Праўда, будзе ветрана 14 метраў за секунду. У чацвер характар надвор'я не зменіцца, роўна як і ў пятніцу. Бадай, што ў начныя часы слупок термометра пачне паступова апускацца да нуля. Папярэдні на выхадных прагназуецца без ападкаў і такія ж тэмпературы. Што да народнага календара 12 лістапада сінічкін дзень. Гэта экалагічнае свята, калі жыхары розных краін рыхтуюцца да сустрэчы зімовых гасцей ці тых птушак, якія застаюцца ў нас на зімоўку. Для іх людзі падвешваюць кармушкі і нарыхтоўваюць падкормку, у тым ліку і сініцыны ласункі, несалёнае сала, сырыя семкі. Актуальныя навіны в області на сайте tvrmogilov.by, таксама ў групах у сацыяльных сетках. А я на гэтым з вамі развітваюся. Дзякую за ўвагу. До сустрэчы ў эфіры.